Сенсационное изобретение в мире оптической техники – контактные линзы со встроенным дисплеем. Эти маленькие прозрачные пластиночки способны не только транслировать любые телевизионные программы, но и сканировать и выдавать полное интернет-досье о каждом человеке, попавшем в поле зрения. Мало того, линзы способны даже приближать отдаленные объекты. Новинку уже окрестили инфовидением и обкатали на кроликах. Никакого ущерба здоровью животного высокотехнологичная линза не причинила. Это не вредит зрению, это достаточно серьезная нагрузка. Это работа, которая вызывает напряжение зрения. Если у человека хорошие резервы зрения есть у человека, то он спокойно в молодые годы переносит эту зрительную нагрузку. Впрочем, что важнее, зрительная нагрузка или тайная информация, которую вы можете получить с помощью этих линз, каждый решит для себя сам. То есть тот, наверное, могучие тектонические сдвиги в законодательстве, что можно на этих дисплеях отображать, чего на них нельзя отображать. Но даже самые строгие законы не помешают нам в скором будущем видеть сквозь стены. Это станет возможным благодаря специальным теплодатчикам. И все без помощи рук, используя только голосовое управление. Ученые называют это системой второго зрения. Человек, оснащенный таким прибором, может видеть на расстоянии 1 километра с углом обзора 360 градусов. Мощнейший зум позволяет рассмотреть даже волосок на одежде. Скорее всего, если такие вот многоглазные дисплеи появятся, да, то это станет предметом практически первой необходимости, просто в силу того, что оно у всех есть, почему этого нет у меня. Но пока ученые работают над упрощением своего изобретения, финские разработчики уже запускают экспериментальную линию очков с встроенным монитором и интернетом. С виду они ничем не отличаются от обычных темных очков, но в них умело замаскирован мощнейший процессор. Теперь не нужно задавать вопросов, чтобы поближе узнать друг друга. Достаточно просто надеть очки, настоящий сканер личности, который сразу определит, на кого вы сейчас смотрите, и сканирует его в интернете. Если у сканируемого человека есть доступная страничка в Facebook, то очки выводят на мини-экран основную информацию о нем. С такой оптикой любой незнакомец как на ладони. Сколько люди готовы о себе сообщить личных данных в тех же самых социальных сетях, это диву даешься, потому что люди привыкли жить наружу. Причем совершенно не соизмеряя, не задумываясь о том, до какой степени эта информация может в случае надобности быть использована против них. Но не стоит беспокоиться. Обезопасить себя от любого вторжения в личную жизнь можно с помощью вот такого шлема. Устройство сигнализирует о возможном источнике угрозы и даже автоматически подсчитывает количество людей, военных и штатских. Ну, прямо как настоящий терминатор. Однако чудо-шлем слегка превышает допустимые габариты и тянет на все 4 килограмма. Тяжеловато, однако, не только для глаз, но и для головы. Как тебе изобретение? По-моему, неплохо видеть то, чего больше вообще никто не видит. Да подумаешь, это еще изобрел Борис Годунов. Когда? Когда сказал, и мальчики кровавые в глаза. Нет, ну все-таки это не изобретение, во-первых. А во-вторых, я думаю, что Годунов не был рад видеть этих своих мальчиков-то. Антон, в том-то и суть, что человек хочет видеть только то, что ему нравится. А таких еще чудесных очков не изобрели. Ну как не изобрели? Уже давно изобрели. Называется виртуальная реальность. Отличаются от обычных очков с диоптриями, но позволяют их обладателю видеть реальный и виртуальный мир одновременно в 3D-перспективе. Оказывается, будущее уже наступило, но создатели новинки уверяют, что это только начало и активно работают над усовершенствованием внешнего вида и виртуальных функций модели. Совсем скоро обидное слово «очкарик» станет не оскорблением, а комплиментом, ведь приобрести такую новинку пока по карману не каждому.
Новая модель шлема виртуальной реальности под милым названием «Наталия» оснащен двумя дисплеями, акселерометром, встроенными стереонаушниками и микрофоном. С внешней стороны шлема установлены камеры, которые отслеживают жесты пользователя для наиболее точного взаимодействия с виртуальным миром. Это позволяет подбирать предметы в игре и совершать абсолютно точные движения. Возможно, новинка появится на рынке уже совсем скоро, и стоить она будет не меньше $1000. Для борьбы с зимней депрессией эти трое веселых энтузиастов придумали вот такое устройство – солнечные очки наоборот. Их секрет в том, что они не защищают от света, а наоборот, производят его и направляют в лицо носителя. 6 светодиодов за матовым отражателем, которые льют свет на лицо вокруг глаз, но нисколько не слепят. В них можно читать книжку или сидеть за ноутбуком. Изобретатели уверяют, что достаточно надевать очки на 30 минут в день, чтобы избавиться от хандры и подпитаться энергией. Стоят очки всего лишь $80 и подходят любому склонному к депрессии россиянину.